Шашты сәттерді күлім деген гүл көктемнің алып ұшқан ғашық жандарды куәсіз сен астана тоғысқан сан тағдырлар алшақын ғымыр жолдар айтылмаған сезім сырларды куәсі бол астана алып шал Айдархан, странно видеть вас тут, в кабинете моего отца. Дастан, пусть это вас не смущает. Я буду здесь работать, пока ваш отец не вернется. В этом даже есть какой-то знак. Моя мать распорядилась. Что ж, очередное парадоксальное решение Жанар. На нее это похоже. Моя мать всегда была решительна, и я никогда не оспаривал решение. И ничего, кроме добра, из этого не вышло. Айдархан, Дастан, прошу прощения за опоздание. Все в сборе. Начнем совещание. Жаль, Юлии нет. Она важный член нашей команды. Да, я так и не понял, куда исчезла Юлия. Был в офисе у Салтанат. Там молчит. Говорит, что едва знает Юлию. Хотя Юлия говорила, что Салтанат вызвал ее по одному очень срочному делу. Надеюсь, Юля появится с новостями. У нее есть жилка детектива. Дастан, а вы теперь верите, что Юлия не человек Салтанат? Нет. Она не так проста, как кажется. Салтанат ее очень близко подпустила к делам. И теперь Юлия старается не спугнуть ее. Она рискует. Салтанат очень подозрительна и может нанести смертельный удар. Дулат, вы попытались проверить Салтанат на прочность? Как она реагирует? Да. Я сделал, как вы посоветовали, задал ей вопрос. А она на него не ответила. А вы спросили у нее, есть еще документы? Она их никогда не отдаст добровольно. Ну, если обстоятельства для нее повернутся в неблагоприятную сторону, она может начать торговаться. Наверняка у нее где-то есть весь пакет документов. Этот пакет для нее как охранная грамота. Но что мы можем предложить взамен? Давайте дождемся Юлию. Она не случайно исчезла. Что-то затевается вокруг Салтаната. Елена Васильевна, мы теперь должны заботиться друг о друге. Я Маша. Пока бы у Жанны и Люды нет рядом, мы должны держаться вместе. Вы теперь у нас за главное. А мне кажется, что теперь у нас Маша тут самое главное. Она так повзрослела и стала такой самостоятельной. Елена Васильевна, у меня с моими детьми то же самое. Ну, раньше они меня еще более-менее слушали. Ну, а теперь я их слушаю. Что скажет Дастан? Чем удивит Гульжан? Что?
опять чем-то удивила. Ну да, удивила. Приказала мне искать ей мужа. Ну, представляете? О, вот уж действительно удивила. Я думала уж кто-кто, а Гульжан точно приведет кого-нибудь под ручку и скажет: вот мой муж. Вот я так думала. И этого боялась. Ну, как я могу выполнить ее поручение? Ну, где я буду искать ей этих будущих мужей? У нее у самой полгорода знакомых, а она мне поручила. Ну, тут я тебе не советчик. Муж надо по сердцу выбирать. Хотя и тут есть большая опасность ошибиться. Я вот своего по сердцу выбрала. А потом каялась. А я вот Бауржана не выбирала. И вообще никто мне не подсказывал. Просто увидела его, и как гром среди ясного неба. Я ведь даже поверить не могла, что могу быть ему интересна. И потом, та история с моей первой беременностью. Я ведь думала, что у меня никогда не будет семьи, мужа, детей. Я вообще думала, что и жизни-то у меня никакой не будет. Да, я помню, какой ты стала тогда. Замкнулась, ни для кого не открывалась. Отец твой все время у меня спрашивал, не больна ли ты. Что я ему могла ответить? Ну да, вы тайны хранить умеете. Я вот теперь часто думаю про Людмилу и эту ее историю. Ну как с вами обеими такое могло произойти, а? Что ты вот так пострадала, и она до сих пор не может выпутаться из этой ее старой истории. А как вы думаете, сможет Люда забыть старое, отречься от прошлого? Она сейчас эту ужасную задачку каждую секунду решает. Бог ей в помощи. Что бы она ни решила, это все равно как по-живому резать. Либо прошлое вернуть, а настоящее забыть. Либо от прошлого отречься. А это еще страшнее. Доктор, я думал, что я больше вас никогда не найду. Ну, а вы по-прежнему сидите у себя в кабинете и принимаете своих клиентов. Словно сложности жизни вас не касаются. А я ведь знаю, что вы по уши в дерьме. А ведь это ваша заслуга. Ведь это вы сделали так, чтобы вся моя жизнь превратилась в помойку. И почему я до сих пор здесь? А я сам не знаю. Я перестал ощущать свою жизнь. И я перестал осознавать ее. Мне это что-то напоминает. Вы так спокойны, рассудительны. А не значит ли это... Именно. Вы правы. Я стираю свои проблемы. И мне стало так легко и весело жить. Я стал ясно ощущать, что чувствуют мои клиенты. И мне так хорошо. Так, вы самоубийца? Вы только что поставили себя на ту тропинку, которая скоро вас приведет в пропасть.
вы начали сами принимать ваши чудодейственные таблетки. Да. И как хорошо, что у меня есть неограниченный запас этих чудодейственных препаратов. И единственная моя забота сейчас – это элегантно спроектировать ту кривую, по которой моя жизнь улетит в никуда. И слава Богу, что я знаю действия моих лекарств, чтобы избежать мучительных болей. Я уйду так мирно, так спокойно и так сладко. Вы негодяй. Даже сейчас, когда над вами нависла смертельная опасность, вы нашли страшный выход. Говорите, говорите. Мне так интересно. Ведь это вы придумали эту схему с поставками. Расскажите мне. Теперь это безопасно. И мы вместе с вами посмеемся над тем глупым доктором, который так легко попался. Тогда слушайте. Я был в этом осином гнезде. В этом преступном синдикате, который распространяет по всему миру этот ужасный продукт. Я встретился с службой, которая борется с этим злом. Я договорился с ними, что они выйдут через меня на вас, а через вас ко всей преступной сети. Придумано просто, но хорошо. Мне некуда было деваться, и я попался. Преступники в Лондоне тоже узнали этот план. Сюда прислали стрелка, который должен успеть оборвать ниточку, которая приведет службу назад в Лондон. Ваш сообщник мертв. Мертвы все, кто был связан с ним. Теперь вы следующий в списке. Но они опоздали. Меня уже нет. Я стер себя, как ненужный карандашный рисунок. Дастан, сынок, успокойся. Все будет хорошо. Не отчаивайся. Мам, я потерял очень дорогого человека для меня. Там, в Лондоне, мы были вместе последние 5 лет. Джейн для меня была путеводной звездой. И она погасла. Стало так темно. Сынок, расскажи мне про Джейн. Расскажи так, чтобы я тоже смогла узнать и полюбить ее. Ведь тот, кто дорог для тебя, конечно же, станет дорогим и мне. Конечно, ты бы ее сразу полюбила. Я ее встретил, когда прибыл в Оксфорд. Она была профессором английской поэзии. Красивая очень, умная. Тонкая женщина. Мы сразу поняли друг друга и стали друзьями. До тех пор, пока я не узнал ее страшную тайну. У Джейн тоже была тайна? Да, я узнал это неожиданно. Я однажды вернулся домой и нашел ее на полу, без признаков жизни. Я вызвал реанимацию, и нам едва удалось ее вернуть к жизни. А что это было? Она была больна? Да. Джейн убивала себя. Она принимала одно сильное средство, которое ей помогало преодолевать свои проблемы. И это средство медленно, но верно ее убивало. Это
наркотик. Она была наркоманкой. Все эти годы я пытался помочь ей избавиться от этой зависимости. Мы боролись вместе. Вот поэтому я должен был быть с ней вместе. Я не мог вам сказать, это была ее тайна. Боже мой. Боже мой, сынок, как это... Ты же у меня просто благородный рыцарь в сияющих доспехах. Как это благородно и печально. Она меня тоже называла в шутку рыцарем. Мы так надеялись, что она спасется. И вот пока меня не было, она сорвалась. И на этот раз ее не сумели спасти. Слава Богу, что она была не одна в клинике. С ней была Жанар и ее сын Айдархан. Жанар? В клинике в Лондоне? А как она там оказалась? Жанар сейчас борется за свою жизнь. Ее уже месяц держат в клинике. Но есть надежда, что она выздоровеет. Там-то они и познакомились с Джейн. Разговорились обо мне и тоже стали друзьями. Боже мой, сыночек, как все это грустно и печально. Так, значит, тебе теперь не надо быть постоянно в Лондоне. Увы, теперь не надо. Я могу быть с вами. Здравствуйте, Салтанат. Пора нам познакомиться. А я вас не знаю. И почему мы должны знакомиться? Потому что я охотник на вас. Вы для меня добыча, которую я ни за что не упущу. Знаете, есть такая игра. Охота на лис. Так вот, я охотник, а вы лиса. Вы можете назвать себя? Хоть знать буду. От кого бежать? Меня зовут Айдархан. Мы с вами никогда не встречались. Но я очень много слышал о вас. Постойте. Айдархан. Мне ваше имя знакомо. Это очень распространенное имя. Не трудитесь. Вы меня не знаете. Нет, у меня хорошая память. И наверняка я недавно где-то слышала ваше имя. Не будем утруждать вашу память. Вы вскоре все узнаете. Салтанат, у меня есть для вас соглашение. Соглашение лисы и охотника. Что ж, я с интересом послушаю ваше необычное предложение. У вас есть необходимые мне документы по делу Бауржана Исаевича. Я готов предложить вам обмен. Что вы хотите за эти документы? Так вот вы какой охотник. А вам нужна очень крупная добыча. Вы понимаете, что такой обмен невыгоден для меня? Я ничего не хочу. К тому же, документов этих нет. И никогда не было. Салтанат, не стоит
меня проверять. Я серьезный охотник. Я знаю, что вам сейчас не сладко. Вам есть что терять. А я готов предложить вам очень выгодный обмен. Документы были и есть. Вы не столь наивны, чтобы уничтожить такие важные улики. Так, господин охотник, я люблю рисковать. Я очень люблю игру. Но мне не нравится, когда меня загоняют в угол. Я буду сопротивляться и, скорее всего, одержу победу в этой игре. Так что не лишайте меня этого удовольствия. Ну что ж, играйте. Но времени у вас так мало. Думайте. Шли к тебе, потому что у нас никого нет дома, не можем попасть домой, ключей ни у кого нет. Квартира пуста, вот. Ну да, Машка-то, Елена Васильевна, вы проходите, проходите. Вы же устали с дороги. Боже мой, ну какое счастье. Все живы-здоровы, все дома. Да. Гайша, мы так долго не виделись. Да я тебя обниму, что ли? Володя, ты не представляешь, как там за тебя переживали. Люда, ну как там все разрешилось? Ладно, я даже боюсь спрашивать. Самое главное, что вы живы, здоровы, дома и все вместе. Жалко, Гульжан нет достаном. Они были бы так счастливы. Да, мы когда обратно ехали, мне Люда в двух словах рассказала, как у Гульжана дела. Мне говорят, что дело движется. Я надеюсь, что Дастан и его друзья сделают все-все возможное, и все будет хорошо. А я сама-то столько глупостей натворила, столько ошибок совершила. Ой, даже вспоминать боюсь. Люда, ну что ты молчишь? Устала, да? Ну, дай я тебя обниму. Агаша, я устала. Я смертельно устала. Вась! Поезжай, пожалуйста, к бабушке, забери Машку, привези их сюда. Нам нужно встретиться всем у нас дома. Хорошо, мама, я пойду. Стой, Вася, я с тобой. Мы скоро вернемся. В общем, я не прощаюсь. Пойдем. Люда, что с тобой? Ты словно в воду опущена. Ведь все хорошо. Вы все снова вместе. Все хорошо. Мы опять вместе. Я вернулась. Подожди. У тебя такой тон, словно ты кого-то похоронила. Миша, я очень устала. Но почему Володя и Вася тоже не веселы? Они так быстро ушли, словно вам вообще не хочется быть вместе. Мы ведь все время были вместе. Всю дорогу были вместе. Молчали. Но почему? Вы же должны быть так счастливы. Молчали. Почему? Говоришь, у меня такой тон, как будто я кого-то похоронила. Так вот, ты права. Я саму себя похоронила.
Шашты сәттерді Күлім деген күл көктемнің Алып ұшқан ғашық жандарды Күләсі сен астана Тоғысқан сан тағдырла Алышақын ғымыр жолдар Айталмаған сезім сырларды Күләсі